Формат «Международное место проведения столицы Беларуси» у Минску прошел 13-й республиканский экологический форум, где разом с делегацией областного комитета природных ресурсов и аховы новокольного осяродия побывали и наши корреспонденты. Консолидация и активизация громадскости в решении проблем новокольного осяродия и рационального выкористания природных ресурсов, повышение экологичной культуры населения – это одна из основных мет проведения республиканских экологичных форумов. На этот раз в его рамках прошла и международная специализованная выстава «Зеленый дом». Главным же лейтмотивом стало обмеркование способов и принципов перехода на модель зеленой экономики страны. В мире существует два подхода. Вот есть чисто экологический, чисто экономический. Одни говорят, что должно быть все зеленое, то есть можно будет хорошая экология, но нет экономики, нет страны. И есть экономика, которая, невзирая на экологию, может развиваться бурно, но уничтожить все и тоже страны не будет. Поэтому в нашем государстве, вы знаете, наработана вся система вот, симбиоза разумного сочетание экономики и рациональное использование охраны природных ресурсов и окружающей среды. Теме экологизации экономики Беларуси были просвечены все доклады на пленарном посяджении и у работе специализованных секций на форуме, таких, как вода, глебы, устойливое развитие и зеленая экономика. Еще свыше 30 экспонентов из всей Беларуси представили на форуме свои выставы презентации на керунке работы у сферы зеленых технологий и аховы новокольного осяродия. Для нас это не только определенная проверка, это очень сложный экзамен перед всеми гражданами Республики Беларусь показать, что же все-таки и государство, и каждый из субъектов хозяйствования сделал для того, чтобы мы вместе, люди, граждане, ощущали вот ту благоприятную окружающую среду, на которую мы все рассчитываем. Как было означено на форуме, наша страна разглядает зеленую модель экономики у якости важного инструмента за обеспечение устойливого развития и экологичной безопасности. Важным кроком тут является и сотрудничество с международными организациями. И в этом накерунку у Брестской области робится немало, об чем свечена экспозиция региона на выставе «Зеленый дом». Эта вот выставка, которая здесь проходит, она позволяет людям, которые неравнодушны к экологическим вопросам, где-то подчеркнуть для себя новое, обменяться какими-то новыми идеями, что-то увидеть для своего региона, для того, чтобы потом применить, и с новыми как бы идеями, с новыми предложениями, с новым каким-то зарядом вернуться домой. Уклад экологов Брестщины у наведения порядку на земле, развитие инновационных технологий, сбережение природных богатств был оценены по заслугах. Звание гоноровый эколог отримала главный специалист отдела Державного контроля аховы водных ресурсов областного комитета природных ресурсов и аховы новокольного осяроддя Алина Протасевич. Гоноровые грамоты министерства декан биологического факультета Брестского державного университета Владимир Бойко. Сярод установ и организаций Брестский краезнавший музей и Березовский сыроробший комбинат. Юрий Печур, Александр Сивицкий, областные новини, Минск.